Президент Ильхам Алиев принял главу исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова. В ходе беседы глава государства подчеркнул важность проведения экологических проектов, а также работ по благоустройству города. Сегодня Баку развивается как один из самых красивых городов мира. И гости, приезжающие в Баку, в том числе мои коллеги, всегда делятся своими впечатлениями о проводимых в Баку работах по строительству и благоустройству и отмечают, что Баку действительно один из самых красивых городов мира. Улучшается экологическое состояние города, были реализованы много важных проектов. Источники, загрязняющие воздух города, были ликвидированы. Город Баку и все города Азербайджана должны планомерно развиваться. Баку имеет уникальное, своеобразное историко-архитектурное лицо. Это наше большое достояние, и к каждому историческому зданию должны подходить с большим вниманием. Ремонт этих зданий должен проводиться так, чтобы не менялся их исторический облик. Архитектура Баку – наше национальное достояние. И Чари-Шахар охраняется ЮНЕСКО, и могу сказать, что немногие города в мире могут похвастаться своей древней частью, такой, как и Чари-Шахар. Это наше большое достояние. Övünebilmez. Bu bizim büyük servetimizdir.